Мне очень понравилось. Витя указал, в общем-то, на, ну, так можно, наверное, говорить, основные мои проблемы. И, в общем-то, ну, я повторюсь, я как медик, я очень часто достаточно придирчиво отношусь к, ну, не к советам, а вообще, что люди говорят. То есть я всегда это обдумываю. И тут, ну, вот, мне возразить нечего, я согласна. Будем работать. Ну нет, я, наверное, ожидала услышать чего угодно. Наоборот, все очень адекватно, как бы все как есть. Я абсолютно, ну, наверное, где-то в глубине души понимаю свои проблемы. И круто, когда грамотные специалисты их озвучивают. Процесс очень комфортный. Тебя смотрят со всех сторон, ну, в смысле, твои ноги анализируют твой бег. Это, ну, с моей точки зрения, супер интересно, потому что, ну, такие нюансы надо знать, если ты бегаешь и, в принципе, хочешь куда-то расти и развиваться. Вот, и Витя так все интересно рассказывает и анализирует, что после работы с ним это не реклама. Мне захотелось сделать стельки. Я бегаю в стельках, но мне стало интересно сделать новые стельки, другой технологии. Ну, наверное, так немножко с другими принципами. Вот, посмотрим, как будет работать. От себя добавлю, что, я еще раз повторяюсь, это не, вообще не реклама, я, в принципе, не даю никогда рекламы. Мне очень, правда, понравилось, и я прямо очень рекомендую, если вы интересуетесь, ну, в принципе, дальнейшим ростом и своим телом, я прямо очень-очень рекомендую приходить на такую процедуру. Это супер.